Устав муниципального образования – это основной нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы организации местного самоуправления, такие как формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления и другие вопросы. До настоящего времени осуществление принципов местного самоуправления в Хасанском районе строилось на основании устава Хасанского муниципального района. После объединения поселений района в Хасанский муниципальный округ, жизнь муниципалитета будет регламентировать устав Хасанского муниципального округа. Публичные слушания по его проекту были объявлены 4 октября 2022 года по инициативе главы Хасанского района. Ознакомиться с проектом устава Хасанского муниципального округа можно было на официальном сайте администрации в сети интернет, а также бюллетени муниципальных правовых актов Хасанского района. Сегодня состоялись публичные слушания по проекту устава Хасанского муниципального округа. На нем присутствовали жители нашего округа, администрация Хасанского муниципального округа, ну и также депутаты. В ходе общественных слушаний по проекту устава были внесены предложения по 22 статьям. 7 предложений были поданы в письменном виде. Все они были рассмотрены в ходе итогового заседания, которое состоялось 26 октября в конференц-зале районной администрации. На публичные слушания по уставу поступило более 35 поправок от жителей и депутатов Думы Хасанского муниципального округа. Все они были рассмотрены на данном слушании. Часть из них были отклонены, часть были приняты. Проект устава Хасанского муниципального округа вместе с заключением по результатам публичных слушаний будет направлен в Думу Хасанского муниципального округа для рассмотрения на очередном заседании, которое состоится в начале ноября. Олег Кудинов, Виктория Беляева. Новости Славянки.